Я вижу множество применений этому протезу. Он подходит для всего, что я делаю. Иду я в магазин или просто слоняюсь, или тренирую футбольную команду, или детскую команду. Билл Лоу в свободное время тренирует футбольную команду. Он дает мне возможность делать все. Механизм подстраивается, и вся твоя энергия возвращается, так что он полностью подходит для моего стиля жизни. Он очень надежен. Я могу вот так просто спускаться по склону. Он мало весит, и его легко контролировать. Я чувствую себя очень устойчиво, когда поднимаюсь вверх или спускаюсь. Мне не нужно думать о следующем шаге. Просто забываешь о таких вещах. Потому что как бы вся сила, которую ты вкладываешь в шаг, тут же возвращается обратно к тебе. Он дает мне уверенность в любых ситуациях. Возникает приятное чувство, что этот протез – часть тебя. Ты даже забываешь о нем. Надеваешь его утром, и все. Просто живешь, занимаешься своими делами. Когда ты лишаешься ноги, то вместе с ней пропадают и все мышцы, которые помогали тебе двигаться. А с таким легким протезом ты долго не устаешь, даже когда настоящая нога уже устала. Свои ноги, они ведь намного тяжелее и гораздо быстрее устают. Так что этот протез еще и намного практичнее. Естественно, он полностью изменил мою жизнь к лучшему. Я стал практически таким же, каким был до того, как потерял ногу. Так что он подходит мне идеально.